Это вот все детскими ручками сделано, это все дети, ну видно тут прям заметно. Вот, а ведет кружок, работает в качестве преподавателя. Здесь специалисты очень высокого уровня. Гончарная мастерская, гордость филиала школы «Гармония» в Горловке. Здесь почти все сделано руками учеников. Обучение проходит под чутким руководством гончара 4-й категории. Не прекратится оно и летом, станет частью программы летнего лагеря с дневным пребыванием. Для этих детей специально подготовлена адаптированная программа, где будут с детьми заниматься логопеды, психологи, сурдологи. Также для детей подготовлена развлекательная программа, программа спортивного направления, программа эстетического направления. Я думаю, детям очень понравится в нашем лагере. Завтрак, обед и полдник. Питание в лагере будет сбалансированным и, главное, с повышенным содержанием витаминов. Гончарное ремесло, робототехника, театральные постановки, мастер-классы, которые проведут одинцовские школьники-волонтеры. Скучать отдыхающим точно не придется. У нас очень много мероприятий на свежем воздухе, чтобы детки больше гуляли и находились и на улице, повышали свой иммунитет. Также у нас продумано питание, потому что старается, чтобы было сбалансировано больше витаминов, фрукты в обязательном порядке. И также у нас много мероприятий, развивающих экологического и патриотического направления. Комиссия, в составе которой представители управления образования, депутаты единороссы и росгвардейцы, обращают внимание даже на мельчайшие детали. Мы увидели, в каких кабинетах будут заниматься дети. Посетили столовую, посмотрели, где будет проходить прием пищи. И наша комиссия дает удовлетворительную оценку состояния лагеря. В лагере при школе «Гармония» в этом году отдохнут 120 детей. Это в 4 раза больше, чем в прошлом. Всего же в Одинцовском округе откроется 34 лагеря с дневным пребыванием. Они будут готовы принять почти 1800 школьников. И такие проверки пройдут в каждом, чтобы ничто не омрачило детский отдых. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».